Всем небо огни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть Неголодающее кораблекрушение. В этой серии нам нужно что? Нам нужно собрать, получается, вот эту капусту морскую, парочку штучек, да, для того, чтобы сделать себе и антидот, и приготовить последние, ну, я надеюсь, тефтельки, да, вот, и отправимся куда? Отправимся искать, наверное, обезьян. Для чего? Для того, чтобы выбить из них корону, потому что все-таки у меня закрадывается такое впечатление, а вдруг, да, сначала надо выбить корону, а потом уже искать Вилбура, потому что мало ли, много ли, так, вот тут нету, вот здесь зато есть, поплывем сюда, лобстеры, так, собираем. И вот сюда. Тут соберем. Так, с парусом у нас что? Ну, один кораблик-то мы оставили на зреслке. Так, для всякого пожарного, так сказать. Я думаю, вот этого будет более чем достаточно. Можно уже отправляться. Надо бы сейчас еще на карту посмотреть на нашу. И посмотреть, где. Где мы видели обезьян. Где-то мы видели обезьян вроде уже. Ну, где-то мы проплывали. Мне кажется, это 100% должны были проплывать обезьян. Ну, чтобы долго не кататься, да, сразу туда отправиться. Магнифизик. Как? Или Magician? Что-то Magnifici. Ну, типа, уля-ля. Что-то в этом роде, короче, он точно говорит. Блин, шишечки надо было бы посадить, потому что у нас тут не будет деревьев, когда мы потом приплывем. И ждать, пока они появятся, это не очень хорошо. Давай сделаем себе антидотушку. Антидотушку делаем мы. Антидотушку. И нам хотя бы на одну хватает. Это хорошо. Но я эту оставлю здесь. Кораллы тоже оставлю. Потому что я могу. Все. Потому что я могу. Так, это забираем. Все. Вроде бы у нас ничего не нужного. Все очень нужно. Это пойдет на раз... Нет, это надо было бы посадить вообще здесь где-нибудь. Потому что я специально для этого это выкапывал. Чтобы посадить у нас дома кусты. Деп. Все. Ну, лещилочки пригодятся. Дров почти нету. Лопату можно было бы сделать. А у нас нету под нее веточек. Вот веточки. У меня скремня нету тоже. Как-то весь потратили, что ли? Потрачено. Так. Шишечки. Я шишечки говорю, куда ты шапку-то посадить собрался, ну? Хотя бы чуть-чуть так деревьев насадить. Ну, что было, серьезно. Потому что мы приплывем, у нас не будет ни дерева, ничего. А вот, кстати, у нас нету кирочки. Что, у нас кирочки нету? Серьезно? Ну, что-то я вообще... Да куда ты... Вот это. Да собирай ты уже. Ладно, я думаю, найдем... Кремень, это не проблемка, мне кажется. Тем более, что костер как бы у нас есть. И большой, и маленький. И факел, я думаю, мы сможем сделать. Ну, проблема вот этого костра. Хотя и на этом сможем, на лодке, да, переночевать. Так, смотрим. Где у нас обезьяны? У нас тут они близко, слушай. Они очень близко. К ним сейчас и наведаемся. Обезьянки, я иду. Вот, кстати, и кремень. Давай заберем для всякого. Теперь у нас на кирочку точно хватит. Да, вот, давай. Не делаем, чтобы место не занимало. Вдруг она нам не понадобится, да? Все, плывем. Угу. И можно, кстати, исследовать. Вот сейчас вот... Блин, тут такое... разменемся ли мы? Да, разминулись. А как? Надо с берега смотреть только, да? Ну, тогда... Что это? А, это... Ну, тогда плывем на тот берег. Что я еще могу сказать? А, я забыл... Ладно, у нас есть. Я забыл этот... Казанчик. Я его забыл, реально. Ладно, не страшно. У нас с собой еды полно. Вроде как, да? Должно хватить. Тебе и так голодаю достаточно прилично быстро. Мы уже почти приплыли к ним. Опа, а это что такое? Это бочка, да? Давай, наверное, поближе поплыву. Хотя я с берега гляну и увижу что точно, что это бочка. Да и все. Че париться? Смотреть. Так, куда мне надо смотреть? Вот сюда мне можно посмотреть. Давай вот сюда посмотрим.
Да. Ну, не вау, конечно, не айс, мало смотрит. Но в любом случае смотрит, кстати. Ага, это через воду берег. Да, не айс смотрит, давай. Ну, это мы и так сами могли бы сделать, да? Ну, удобно, согласен, удобно. Ну, ладно, удобно. Просто скажу, что удобно. А то меня запинают, уже ж ногами скажут, что «Женя, ты просто не умеешь пользоваться этим!» Ну, давай попробуем. Спасибо. Ты бей его! Давай! О, понеслось! А я могу молотом их домик пока разбить, да? А у нас нет с собой молота. Так, в чем проблема? О, бананы. Так, там... Так, говнецо я заберу. Так, там вроде бы не было короны. Не было короны, зато мяско было. Так, есть еще одно автомобиль. Слушай, я себе сейчас все наберу себе. Это все еще моя обезьяна? Слушай, это походу все еще моя обезьяна там со всеми дерется, не? Или мою уже убили? Опс. Что такое? Я такой. Я такой. А что это было? Стой. Так. Давай. Деритесь. Что это? Звуки такие. Ам-нам-нам-нам. Что это было? Почему я не хочу встречаться с тем, кто это делал? Меня пугают эти крики во тьме. А, это мою убили, да, обезьянку? Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Давай. Бей ее. Что ты стесняешься? Бей давай. Не. Куда? Ну, сейчас она там во тьме ее добьет, и я не смогу забрать дроп. Да? Да? Убила, да. Там говно с нее выпало. Так, вроде бы я все собрал. Это ты все еще моя обезьянка? Да, вроде моя обезьянка. У тебя там понты хп, по идее. Не грейся возле моего костра, я сам возле него греюсь. Иди отсюда. Кш. Я могу тебя полечить? Я могу тебе дать это, да? Не хочу такая, знаешь. Так. Так, забираем все. Давайте, деритесь. Я посмотрю. Так, это с моей выпало. Куда? Пошли искать твоих друзей. Где твои обезьяны еще? А пошли вот сюда, на этом биоме уже зачистим этих обезьян. Ну а чё? А зачем они мне здесь? Вообще, очень легко это все, серьезно, зачищать. Я, честно говоря, думал, тяжелее будет. Одну натравливаешь на других и все, потом просто их подкармливаешь постоянно, да и все. Давай. И тут понеслось.
Так, это я заберу. Корона! Корона! Все, мы добились своего. Это обезьяний размер? Сайзит. Ну, что-то в этом роде. Так, корона у нас есть, так что можно Вилбура искать. Вроде так его он не появляется, да? Если я в тех местах, где я уже смотрел. Точно? Ну, просто, ну, посмотреть, мало ли, да? Ну что, что я могу сказать? Надо вот плыть на этот остров, исследовать этот остров, потому что он появляется стопудово возле берега. Вот тут еще плохо исследовали, вот тут еще плохо. Короче, мы сами берега еще плохо исследовали. Надо плавать вокруг островов и просто искать его. Он появляется недалеко от берега, на отмели этой. Так что, да, надо искать. Ну вот сюда, на картофельный биом плывем. Беловежская пуща! Туда плывем. Еда у нас есть. У нас есть. Говно у нас есть, чтобы удобрить кусты наконец-то, да? Так что живем. Так, вот сюда. Наверное, проплывем возле берега, просто проплывем, да и все. Не будем высаживаться. Картошка нам не нужна, еда у нас есть, по сути, да? Наверное. Или картошку все-таки пособирать лучше. Нам что-то выбросить придется. Но я уже уплыл. Все, все. Мысли о картошке. Исчерпали себя. Вилбур! Выходи! Интересно, оно вот такой штуки он может быть? Наверняка может. Блин. Это фигово. Если он на такой штуке может быть. Вилбур! Выходи! Или это не считается отмелью? Может, это не считается отмелью? Я, честно говоря, без понятия. Ой, рыбки тут прикольно. Снова Беларусь. Не, видишь, тут нифигашеньки нету. Но я все равно оплыву для всякого пожарного, потому что мало ли. О, может быть, где угодно. Так, так. Че, искать остальные острова надо. Что это у нас тут? А, это я тут был. Искать остальные острова надо. Так, если я с этой стороны, то ладно, давай поплывем тогда сюда. А, вот, все, вот просто так, вот просто так. И это некуда собирать, мне надо что-то выбросить. Для того, чтобы что-то выбросить, мне жалко. Оу, прикольно, слушай. Сколько кораллов-то, а? Сколько рыбы-то? Короля осьминогов нету. Очень красивые места, конечно, здесь. Что за звуки? Конюки. А, это рыбы так уходят сквозь меня. Я понял, я понял. Так, это я где? Это я тут, да? Ну, плывем. Мы просто плывем. О, кладик. Ну, блин, ну куда мне это все складывать? Куда мне это все складывать? Так, давай это пока бросим. Оно ж не исчезнет. Упс. И мы... Опа. Смотри, тут костер какой-то. Ту-ту-ту-ту. Где это? Это в противоположной стороне. Но если мы доплывем сюда, и мы появимся с этой стороны, мы можем доплыть, по идее. Чисто теоретически. О, отмель. Это хорошо. Вилбур. У меня лодка уже ломается. Надо будет юзануть чинилочку. Вилбур. Слушай, а если мы сейчас найдем Вилбур, это будет реально один из самых коротких моих сезонов. Блин, даже как-то не особо хочется, чтобы сразу находился Вилбур. Вечерочек. Но будет смысл начать за нового персонажа. Опа, смотри. Бутылки не тонут? Бутылки не тонут, даже уже открытые. Да блин, ты можешь подобрать бутылку, не? Можно песок в бутылку складывать, насколько я помню, да? Так, еще где? Прям рядом, слушай, это вообще есть смысл прям плыть туда. Два клада почти что рядом. Так, вот это... Собираем тогда бутылки, да? И лучше оплываем. Так, у нас светильник есть? Есть. Вилбур.
Опа. Болотце. Болотце — это хорошо. Это тростник. Это много чего интересного. Ну, будем знать, что у нас здесь болотце. Свинтус. Где-то там. Ну, искать ночью Вилбура нет смысла, мне кажется, да? Все-таки. Надо бы его искать лучше днем, потому что на карту постоянно смотреть как-то просто неудобно. Кстати, сейчас сезон дождей, да, и пойдет? Ветров, по идее. По идее, да. Так, это смежный... Блин, красивые тут места, конечно. Ну, вот серьезно, очень красиво все сделано. Кораблекрушение сделали они просто на славу, серьезно, вот. Молодцы. Тут ничего не скажешь. Это постарались. Так, тут нету Вилбура. Киток. Смысла в ките, наверное, нет. Наверное, да. Так, плывем. Нам что надо? Нам надо теперь... Как нам надо плыть? Получается, нам надо сейчас вот мы здесь... А можно вот сюда ближе, да? Сейчас назад вернемся, оплывем и просто тупо вот прямо. Просто прямо. Просто тупо прямо. Так мы выплывем, получается, на ту сторону когда-нибудь обязательно. Да и лампочки, я думаю, хватит на всю ночь. Спокойно хватит лампочки на всю ночь. Так что плывем. Угу. Тут еще берег, типа. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Смотри, как все-таки термо... Опа, еще, еще берег. К этому жизнь меня не готовила. Блин. Блин, ну я не хочу ночью исследовать, потому что я просто не увижу его, если что. Да и ночью найти Вилбура, это как-то очень грустно, потому что, ну блин, его надо найти красиво. Я по карте его чисто ищу, блин, теперь. Потому что, тихо, что там? Не, кактусы, водоросли. Водоросли, водоросли, только мои водоросли. Блин, ну капусту надо собирать. Может нафиг бутылки, может капусту лучше собирать. У нас бутылки там дома есть, куча бутылок. Лучше капусту буду собирать, это все-таки еда. Сможем еще сделать себе антидотушку. Кораллов куча. Так, вот здесь вот. Где водорослинки? Мы их соберем. Ну что, пригодятся. Так, 60% с этого светильника. Ну, считай, было 80. 20% чуть больше. Где-то 25% за всю ночь тратится, да? Чтобы знать примерно. Ну, это пока. За такую ночь. Лобстеры, 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 лобстеры. Ночь, давай, заканчивайся. Ты меня немножечко это огорчаешь. Темно. Это что? А, это чаечка. Чаечка. Оп, и начался сезон ветров, да? Такой холодный сезон. Ну ничего, сейчас еды соберем. А, смотри, если это сезон ветров, я уже не помню, правда, серьезно. Всех сезонов там надо привыкнуть к ним всем. Я играю не так, чтобы много, получается, в Don't Starve-то. Это именно кораблю-крушалочку. Обычно-то я еще да, хоть что-то знаю в корабле-крушалочке, я много чего не знаю, да? И учусь, как и было, собственно, с обычным Don't Starve, то же самое. Понабегали у меня куча прошников, дающих советов. И, как бы, я учусь еще, как бы. Я не помню, какой сейчас сезон должен быть. Но если это сезон ветров, то у нас там хорошо, как бы, ничего не улетать не будет. По идее, там, мы огородили мешками, тем более мешки еще есть. Так, мы оплыли этот остров, и Вилбура так и не нашли. На этом острове, возможно, Вилбур и не пахнет им, как говорится, да? И потихонечку домой надо будет возвращаться, потому что у нас еда как бы... Ой, додошка! Дой-дой! Дой-дой-дой-дой! Дой-дой-дой-дой! Чё я выпрыгнул на воду-то? Дой-дой! Я можно тебя убью? Дой-дой! Дой-д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 ой! Может, мачетом его убивать? А я не могу, да? А смотреть только могу. Воу! Я смог его убить.
С него перья повыпадали. Крампус! Иди! Иди вон, Крампус! Ха-ха! В гавайской рубашке! Ауч! Умри! Опа! С него даже что-то... Типа за убийство Дой-Дой вызываешь сразу Крампуса? Забавно! Я же это как-то не ожидал. Так, вот это выкинем. Прикольно, он типа не мега дружелюбный товарищ, и за его убийство... Там, по идее, ключ с него должен был бы выпасть. Но это, скорее всего, выпадать станет ключ только после того, как я открою этого. Появится у нас возможность открывать нашего Вудлекса. Так, ага. Сейчас используем полностью эту штуку. О, а сейчас больше почему-то осмотр пошел, да, чем тогда. О, еще больше. Ага, тут остров тоже. Хорошо, будем знать. Так, ну, еще последний раз. А мы в серединку. Можно? Или кончилось? Все. А, все, кончилось, да? Понял. Мясо! Сакура! Сожрал мое мясо! Так, ну, некуда. Хотя тут, может быть, у нас ресалочка. Давай-ка я пробегусь лучше всего. Лучше всего я пробегусь, да? Ну, ладненько, на этом тогда мы сегодня закончим. Ребят, чё, была довольно интересная серия, как по мне. Мы нашли Дой-Дой. Впервые. Дой-Дой. Вот. Так что, впервые на канале, вы знаете, что есть кнопочка подписаться, всегда на этом канале куча всякого интересного. Не забывайте поставить лайки, вам не впадлу, да, вам не сложно, а мне как бы очень приятно и очень полезно для канала. Пишите свои комментарии, советики, но не забывайте, что каждый из вас когда-то был нубом, да, и относитесь к другим людям снисходительно и с терпимостью. Всем удачи, до скорого и не голодайте, ребят!